Готовность школ во всех 4 районах Большого Сочи Анатолий Пахомов проверяет с середины июля. Особое внимание Лазаревскому району. В Дагомысе 1 сентября свои двери впервые откроют новый корпус для начальных классов 82-й школы. В конце июля Анатолий Пахомов был здесь с инспекцией и выразил благодарность подрядчикам за качественную и оперативную работу. Тогда еще не было мебели, ее только завозили. На этот раз глава города увидел, школа хоть сейчас готова принимать учеников. Большой и светлый спортивный зал, красивый актовый и просторные классы. Корпус хорошо благоустроен и снаружи. Сейчас рабочие наносят последние штрихи, красят заборы, моют окна. А здесь работа в буквальном смысле скоро закипит. Тут на днях будут заливать асфальт, и у 82-й школы появится вместительная парковка. На втором этаже вы не видели, начали работы. Здесь у нас делают все, которые раньше были, да, подрядчики? А это второй корпус 77-й школы в ЛАО. Зданию 60 лет, и оно впервые встало на ремонт. На прошлой неделе во время визита мэра подрядчики говорили, что успеют к 1 сентября завершить только первый этаж. Но сейчас строительные работы уже близки к финишу. Осталось установить двери, закрыть потолок и навести порядок. Часть работ на себя взял местный предприниматель Либорит Танаян в качестве шефской помощи. И он любезно сразу же согласился. Я сказал, деткам надо обязательно создать нормальные условия. На той неделе пошел только делать, значит, заказ, смету, вот, да. Заказ. Уже сегодня готов. В принципе, ему действительно вот 3-4 дня, и он отсюда выходит. И плиточку кладет, и, да. конечно, теперь у нас не стал общего пользования в этой школе. А вот в 89-й школе в Ардане сложилась непростая ситуация. Подрядчик не укладывается в сроки по ремонту коридоров и двух спортивных залов. Здесь, видите, тоже работа еще кипит. Вот, и тоже мы привлекаем сюда дополнительные силы, дополнительных строителей, чтобы все-таки до 25 числа все уже было зачищено. Дети должны пойти в чистые, красивые, ухоженные классы. В целом, во всех 4 районах Сочи работы в рамках подготовки к учебному году идут по плану. И 1 сентября все школы города будут готовы на 100%. В начале следующего года в Сочи откроется еще одна новая школа на 1100 мест на Макаренко 8А. Ей присвоят номер 101. Также начнется строительство школ в Красной Поляне и на Мамайке. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.